Чем занимаетесь? Ради судимости? Нет. Женаты? Да. На измене есть дети? Можете. Объявляйте состав суда судья Шахудинова. Прокурор у нас Демидинов. Защитник у нас Исламгула. И секретарь Софиуля. Отводов нет в составу суда ни у кого? Сирокупик вас показать. Доктор Романова. Доктор Романова. Никакого задержания. 15 марта 2015 года. 15:10. Сообщение о задержании. Протокол допуска подозреваемого. В самом конкретном смысле говорить о том, что он является виновником сейчас в преступлении. Если мы всегда говорим об избрании меры пресечения, и если такое является заключение по стражу, это уже идет автоматом. Мы знаем о той последствии. Очень редко суды потом освобождают из-под стражи, и следствие будет направлено по ложному пути. Вот даже в настоящее время, почему я предоставила? Потому что 2 дня вчера было. Мы вчера только познакомились, мы вчера только заключили договор. И тут же, зная о том, что есть адвокат, то, что есть ордер, то, что есть визитка, я не была приглашена. То есть я ходила, обдувала дороги, и вот мы спешно собирали все документы, которые могут пролить свет на этого человека. То есть он имеет постоянное место жительства, он имеет 2 малолетних детей, то есть одному годит, другому приходит. Он имеет семью, он длительное время проживает в Казани. Он постоянно где-то работает, трудоустроен. И если мы обращаемся к смыслу той пресловутой статьи, которая указывает только на возможность скрыться, воспрепятствовать установлению истины по делу, то человек, который, если бы знал, что он виноват и чувствовал свою вину, он уже давно бы скрылся. И он давно бы уже здесь не находился. Наоборот, он способствует раскрытию данного преступления. Он, наоборот, способствует тому, что было установлено истина по данному делу. Поэтому я считаю, что кроме ареста, при наличии межпозвонковой грыжи, при наличии того заболевания, которое он имеет, то есть постоянно требуется ему ингаляция, я считаю, что заключение по стражу невозможно. Несмотря на то, что законодатель установил перечень заболеваний, которые причастны к содержанию по стражу, но уважаемый суд европейский суд указал о том, что наши места, так сказать, предварительного содержания не соответствуют никаким нормам. И избрание меры пресечения в виде ареста возможно только в исключительных случаях. В данном конкретном случае это не является тот исключительный случай. То есть он является стрелочником, которого первого задержали, первого выцепили и на которого решили вот сейчас закрыть эту страничку в газетах, во всех, потому что уже по всем каналам телевидения идет этот вопрос. Поэтому я прошу вас посмотреть внимательно. То есть то, что вот сегодня нам представлено, то есть вот огласил следователь, указав на сотрудника пожарной инспекции, потому что у нас очень много к ним вопросов. Еще не готово заключение экспертизы пожарной, да, исследования, еще нет. У нас еще нет материалов, которые говорят, вот, говорится о том, что якобы вообще-то это помещение не подлежало. Не скрываться. Не прятаться, не влиять на ход расследования каким-то угрозам не собирается. Учитывая то, что у меня еще было детей, несовершеннолетних, принять меру пресечения, избрать меру пресечения, готов на домашний арест, на подписку о невыезде, но никак не заключение. Суд удаляется в счете.